Витюмба, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Ой, доброе утро. Короче, спать он лег вчера. 12:30. Даже не вчера, можно сказать, а сегодня. И как он лег у нас в ногах, так он всю ночь спал, не просыпаясь. Умаялся вечером, его еще собака папина умаяла. Где? И говорит, и так устал, бедный ребенок, устал, и сегодня спаль, может, еще поспишь еще, может, мое солнышко мамино, будешь спать или будешь просыпаться? Блин. Ну чё ты, Витюмба, встаёшь? Ты встаёшь? Моя потягуса, моя зубочка. Зубочка-потягусочка. Давай потягуни сделай. Вот так. Вот так всем потягуни. Да. Вы же видели, какие у меня зубы? Зубы какие большие, скажи, у меня зубы. Зубы. Пойдём в ванну. Ещё не проснулся. Нет, а в чём дело, скажи? Зайка раздевался. Ты не выспался, что ли? Пойдем в ванной умываться надо, солнышко мое. Вот так скажи, я такой молодец енотик. Встал, потянулся, позевал. Умыться теперь надо, скажи. Умыться. Вот так умыться. Думаю, зайчишка. Короче, у меня вообще не ловит здесь интернет. Я не знаю, смогу ли я загрузить вам видео. Сейчас поеду Билайн, куплю сим-карту. Может, Билайн благодарным ловит. Потому что Мегафон работать отказывается. И вчера до часу ночи грузила вам видео. Где? Где мое солнышко? Выспались у бабы с деды. Сколько там времени, сколько мы дрыхли. А? Витя. Разись. Думаю, щёночка. Ой, потягуськи. Ой, господи, не бойся мой. Пошли скорее в ванну умываться. Пойдём. Ой, так, босички. Ты что это за милота такая милая? Проснулся, умылся, золотой мамин ребенок. Да заставлять не надо его утром умывать. Будильник? Что там так? У деда телефон.